Tia. I'm coming. Разруха такая. Ну да. Ну, лестница смотреть. Да, вот я на нее смотрю. Вопрос только надо, нам туда вот что-то сверкает. Why are there candles? The candles are to show that you're thinking of someone. Oh, can I light one? If you want to. Don't burn yourself. Thank you. For mommy and daddy. Watch over them. It's funny. The sound here. There's an echo. Hello! Hugo, there might be people here. Oh. Сера. Сера? Я думал, это что-то такое. Ты, наверное, какие-нибудь снаряды сможешь взрывные делать. Очень возможно. Ага. Нет, тогда подожди. Слева там что-то еще есть. В углу. Вон, видишь? Угу. Камушки. А, нет, бутылочка какая-то. Спирт. Скоро будем крафтить. Вон там что-то. Угу. Ну, это так, поинтерактивничать. Forgive me for the evil I have just committed. I never... Amicia, you're really squeezing me. Sorry. Oh, a necklace. It's a rosary. What's it for? Praying. Can I use it to talk to mommy and daddy? We'll do it together. Эти простые бусы помогали верующим не запутаться при молитве. Популярность четок свидетельствует о крайней важности религии в обществе тех времен. Духовенство обещало верующим спасение души, обустраивало госпитали и дома презрения, и вело литургический календарь, по которому исчислялись не только церковные праздники, но и важнейшие даты земледельческого цикла. Кроме того, церковь контролировала появление ересей. Могла наложить эпитимию на богохульников и даже отлучить их от церкви, фактически исключив их из общества. A barricade. Why have they done that? To stop someone from getting in or out. Угу. Интересно. То есть нам тут и некуда. Угу. Так мы сейчас нет, вылезем. Нам есть куда. Мы же бежали как раз вот с этой стороны, сюда зашли. И получается, сейчас мы опять к ним выйдем? Нет, мы же, смотри, получается, вот здесь вот башенка какая-то. Вот в окошко посмотри. Видишь, мы во двор внутренний вылезем. А, ну ладно. Climb up. I hope it doesn't break like the other one. It won't, Hugo. Trust me. Amicia, there's someone there. Children! What are you doing here? Father, we need help. Leave. It's dangerous. You have no business being here. Wait, please. It's important. We should go and talk to him. А вот дверь была неактивная, да? Где? Угу. Ага. Как нам спуститься-то? Ну, дверь следующая. Is he the one who knows where Laurentius is? It has to be him. It has to. Oh, they've broken everything. What's going on here? Perhaps they're building bigger beds? I don't think that's it.
Подожди. А, это просто просвечивает. Мне показалось, там что-то есть. Или пятно крови, или просвечивает. Я тоже не очень поняла. О. Ткань. Я как-то привык радоваться таким штучкам всяким, а теперь они эту радость немножко снизили. То, что всякие такие реагенты теперь находим. I know that smell. Medicinal herbs. The monks must have put them in the water to purify themselves. Mother used to do the same. О. Угу. Только хотел сказать, загляни вот предыдущую. Смотрю, все переломано. Угу. Кожа. Ну, все, здесь мы не пройдем. На самом деле для меня не очень понятно, для чего надо было все ломать именно. Вот кровати наверху, катки здесь, да? Ага. Такое запустение прям. Ух. Ну, любые беспорядки заканчиваются вот таким. Христос, смотри, сколько. Видел, да? Mm-hmm. Могилки свежие. Mm-hmm. They're carnations. We had some in my herbarium, but those ones are prettier. Hugo, we have to keep moving. Wait, wait, come here. What? It will protect you, and it's pretty too. Oh, all right. Now we can go. Thank you, Hugo. You're welcome. Я все смотрю на ребенка, на это вот, прям удивляюсь, такой воспитанный, такой, ну, не знаю. Спокойный, что ли? Угу. Гвоздики. Их еще называют цветами Господа. Некоторые считают, что это прозвище они получили из-за своей красоты, а другие вспоминают легенду, согласно которой гвоздики родились из кровоточащих ран Христа или слез Девы Марии. Поэтому этот цветок считают символом любви, веры и преданности. Лепестки гвоздики вызывают усиленное потоотделение, что помогает бороться с жаром, а гвоздичным уксусом натирали бубоны. Всегда спасибо, пожалуйста, говорит, извиняется. При том, что он с людьми не контактировал, получается. Мама воспитывала. Но вообще для человека, точнее для ребенка, который не контактировал с другими людьми, он как-то даже крайне общительный, что ли, я не знаю. Так, сейчас, подождите. Что-то есть. Ага, и бечевка, да? Угу. Все, можем туда идти. Здесь угу. Я ничего не пропустил. Да вроде нет. Ну ладно. Father. You again. I told you to just leave. Just a moment. Just a... You have no idea. Leave while you still please. Can. Please. Someone has to help us. Do it for him at least. The Robert Darun, coat of arms. We are his children. We are looking for Laurentius, the doctor. Do you know him? Yes, yes, I know him.
And I know he used to look after your family. He spoke of you. I am Father Thomas. Your presence here is not a good sign. The Inquisition. They came and they... I can imagine. But what is happening here is far worse. You must leave immediately, or you will die. Father, the villagers wanted to kill us. Oh, they're mad. They're mad. Oh, Laurentius. Laurentius. No, I cannot leave the church, but an exit. Through the crypt of the Three Saints. It may not be too late. I shall try to put you on the path to Laurentius's farm, but after that, may God watch over you. All seems calm for the moment. Come. Above all, be sure to stay in the light. Father, why are there crosses on the village doors? Is it really the plague? It started with bites during the night. Then the sickness spread. First in families, then to everyone. Fever, boils. People started dying. And when we finally found out where it came from, it was already too late. And where did it come from? We're nearly there. Brother Morel should be here. We are the last two remaining. Brother Morel. Stay here. Ой, боюсь, что он уже один остался. Он сказал нам не покидать свет. Угу. Сам пошел туда, в темень. Brother? Ой-ой-ой. What is the matter? Father? Ух ты. Жесть. Mm-hmm. Ну, теперь понятно, почему все разрушено. Вот кто рушил-то. Есть смысл туда пытаться? Наверное, нет. Да ты можешь с факелом, мне кажется, ходить куда хочешь. Не знаю, стрёмно как-то. Просто. Ну, возможно, и нет смысла, конечно. Не пойду я туда. Даже если там что-то есть. Капец. Ну вот он. Да. We're going to have to climb up. I'll have to put the torch down. No, please. Calm down. There's a torch holder. We'll still have light. But then what? We'll find something. I'll give you a hand. Right. Слава богу, тут еще один факел есть. Нет? Ой! Вот стой, 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 слева. Да, да, да. Fire. We need some fire.
А, там лампа тоже была. Дерево, говорит, быстро прогорит. То есть нужно быстро идти. Ой-ой-ой, там уже плохо. Все. Ай. So that's their plague. Rats. The priest spoke of a way out through the crypt. Ужас какой. Да жуть. Amicia, the three statues. The crypt of the three saints. It's the exit the father spoke of. Ух ты. We have to find another way. Да. Это факел, кстати. Он не берется? Нет. Ой, там на полу что-то. Кожа, кожа. Да вот гады. А, ты запрыгнуть можешь. Да. О. Но туда мы не пройдем. Значит, идем туда. Go on, climb up. I should be able to knock it down. Ага. А мне вот интересно, они через тень могут? Похоже, что да. По крайней мере, через такую густую. They've eaten them all. Try not to look. We can't do anything for them now. It's horrible. I know. Come on. Как это полное? А крафтить ты только на станке можешь? Да, наверное. Но по крайней мере, я не знаю. Подожди, это вот что за дверь? Потому что мы можем в левую сторону вот уйти. Да. В тот зал войти. Ну, вообще, нам к статуям надо было. Значит, наверное, как раз сюда и выходить. Не очень понимаю. Просто куда идти? Я тоже. Давай дверь. Наверное, есть смысл в дверь заглянуть, да. А, ну понятно, все. А, ну да. А мы не пройдем, нам через верх. Да, только наверх. Come on, get up there. Yes. Собственно, эти трупы подтверждают только мою теорию по поводу собаки. Когда я сказала, что заставка как-то намекает в начале игры. Ну да, теперь все становится более-менее понятно. Там кабан такой же обглоданный был. Да, да, да. Другой вопрос, что они так действуют, как будто одно целое. Как будто ими управляет кто-то, да. Чувство роя прям погоди, какое-то. Погоди, а вот здесь вот... Вон. А, это отсвечивает что-то просто? Да, здесь периодически что-то такое побликивает вот в разных местах. И я сам уже неоднократно покупался на это дело. Ой, нам сейчас еще и бегать надо будет так. I'll go first. Не, мне кажется, оно сейчас успокоится. А нет. Вот смотри, она сейчас здесь раз, бежать. They're making too much noise. Too much Стой. Noise. Hugo, calm down. Здесь, наверное, тупик. Да. Нам, вероятнее всего, дальше пройти. Да. Здесь просто, скорее всего, всякое полезное. Сусло. В укромных монастырях, в домах молитвы и святости зарождалась и развивалась настоящая ремесленная культура.
Там учились прясть, осваивали кулинарное искусство и всячески совершенствовали мастерство. Со времен Карла Великого только монахам было разрешено варить пиво. Этот напиток спасал жизни. Воду при его приготовлении кипятили, а значит, она становилась безопасной. То есть нам в идеале набрать полные карманы всякого полезного, пока мы бродим, до следующего верстака. Тут уж как получится. Это да. Все, мы там смотрели. Ага. Странно, что крысы сюда не пытаются пробраться. Ну, игровые условности, я думаю. Ну, типа свет здесь постоянно отпугивает их. Стой, стой, стой. О. Что стой, стой? Мне показалось, ты поторопился. Не-не. Вот ты верстак. Вот верстак. А это что? Инструменты. То есть мне еще и инструменты надо всегда находить, чтобы что-то сделать. На данный момент у меня не хватает. Напрощу. Ничего не хватает, да? То есть я могу только карман улучшить. Ну, карман тоже хорошо, больше сможешь собирать. Ну да. Not bad. Not bad at all. Молодец. Больше ничего не можешь, да? Нет. Ой! Что-что-что, надо как-то, я не знаю. Поджечь тут можно. Смотри, вон слева сверкает, вон. Вот, да. А что это такое, я не пойму? Мясо, что ли? Мясо. Не-не-не-не-не-не-не. Куда? Вот. Там the three saints. We're getting closer to the way out. Это мы такого кругаля дали. Да. И все еще не дошли. А. Совсем уже озверели. Среди бела дня, конечно. Ворвались. Да я думаю, они тут уже не первый день. Похоже на то. We'll be safe if we go that way. Там сверкает что-то, смотри. Да, я думал, мне показалось. Наверное, будет возможность как-то осветить. Don't fall. Don't fall. We won't fall. Hold my hand tight. Или там можно как-то... Да нет, никак нельзя. Не-не-не. По стулу только, если перепрыгивать. Отманить, но... Нечем. То есть вон стул, вон там дальше стул, ну там расстояние большое. Да нет, но я же не смогу прыгать так. Не та игра. Может, можно как-то светить? А, мясо. О, только тут мало. И с той стороны ищи. Нет тут мяса больше. Надо валить. А куда? За туч! There's a hole in the grating. I'll lift this up. Can you get the torch? Yes. Ой, а что мне надо сделать? Поднимай. Да я понимаю, я не пойму. А, во. Давай быстрее. It
heavy. Hugo, hurry up. Come on. Отпускать, наверное, надо уже, нет? No! Are you alright? Yes. Stay where you are. The ground is rotten. Misha, how am I going to get back? We'll find a way. Don't worry. As long as you have the torch, you'll be safe. But what about you? We'll move together. That way, the light coming through the grating will protect me too. Ready? Ready. Here we go then. Slowly. Very good. Ай, гадины какие. Look, there's a hole. Do you want the torch? Yes, there are too many rats on my side. But where can I get through? The hole behind you. That's the only way I can see. Go through there and I'll meet you on the other side. Are you sure? Just stop if you see rats. I'll be with you very quickly. All right, but please hurry. Ну все, нам проходить в одиночку дальше. Да. А вот сейчас ты можешь как раз обойти с этим факелом и собрать то, что тебе нужно. Ой, это что это? А, поставить можно оставить сюда. Нам пока рано. Фига, они прям растворяются, если их зажать в угол. Так это не настоящий крыс? Они какие-то это... Магия. Магические. Возможно, вполне вероятно. Ну там мы были. Палки, палки, палки. Смотри сразу, куда, в какую сторону бежать, чтобы... Сначала, думаю, сюда надо зайти. И новую палку взять, наверное. Да. Есть смысл. А как-то выкинуть можно? А, поджечь, поджечь можно. Поджечь, да. Hugo, are you all right? There were rats. I ran to the light. Did they bite you? No, I found a ladder, but there are rats down there. I'll open a way through for you. We're going to get you down from there. Calm down, Lucia. He's fine. You're fine. Сейчас будем бегать зажигать. Угу. Туда вот что там мигает? По-моему, выход, да? Возможно, да. Предлагаю пока зал обезопасить. Сейчас попробуем. These twigs burn too quickly. I won't be able to keep them back long enough. О! Отлично, молодец. Вот, от этой как раз, ага. Жуть, конечно, эти крысы. Давай, давай быстрее. Я думаю, не последний раз мы с ними сталкиваемся. Sorry, I shouldn't have left you alone. It's too risky. That's all right. Я могу наверх слазить, слушай. Наверное, если я его тут оставлю. Как он отреагирует? А, могу не оставлять. А, ну, хорошо.
Я думаю, здесь можно посмотреть, что здесь есть. Я знаю эту историю. Табат из Крусейдов. Табарт крестоносца. Последний большой крестовый поход случился целое столетие назад, и теперь церковь столкнулась со множеством новых опасностей. Болезни, голод, войны. Все эти беды подталкивали людей к вере, видя острую потребность в духовной поддержке. Духовенство спешно обучало новых священников. Но многие люди отходили от церкви, надеясь найти ответы в различных еретических сектах, суевериях и язычестве. О, инструменты. То есть, ну я, получается, могу заранее посмотреть, что я могу скрафтить, а что не могу, да? Да, вот я теперь могу сделать сумку. Или сумку для снарядов. Угу. Выбирать придется, что лучше. То есть это для выстрела. С большей точностью, меньше времени нужно. Угу. А здесь просто емкость для снарядов. Да. И то, и то нужно. И то, и то, да. This way. Come on. All right. Могу. Угу. Так, там, видимо, темно будет, раз палка. Ну или чтобы вернуться. Возможно, вернуться, да. Если бы я сюда пришел. Угу, угу. О, верстак. Ага. Equipped. Oh, thank you. We can get out of here now. Yes, far, far away. Угу. Так, ну и что сделать? Ну, вообще не то чтобы сильно принципиально. Количество, я так понимаю, только если я по глупости что-то потрачу, будет не очень. Ну... Хотя, опять же, какие снаряды увеличат количество? По 10 снарядов каждого типа. А взрывные вот эти бомбочки, это же не снаряды, наверное. Это, наверное, горшочки, да? Угу. Не знаю. Давай для снарядов. Вроде скорость наведения и так достаточно быстрая. Well, that looks a lot better. А сколько чего не хватает там для той сумки? Спирта одного чуть-чуть не хватает. Совсем. Причем спирт там лежит. Да. А слушай, можно вернуться, наверное, взять ветку? Думаю, нет. А, калитка там... А все? Все, закрылось. Угу. Ладно. Come on, I'll help you. Yes. А, беснуется там. Угу. Oh, what's that on the ground? Should we go anyway? Yes, we've managed to get this far. We'll be fine. Just stay close. Ой, а что это действительно? Подожди-ка. Ой. Ах. Крайне необычная чума. What's that stuck on the walls? I
don't know. А. О. Ой, жуть какая. They did that. You think so? Yes. We're in a nest. So they're going to be even more angry? Мне показалось, или там был какой-то пароход еще в другую сторону, нет? Направо. Где? Не было там? Где именно? Ну вот здесь, в коридоре. Справа. Ну, вроде точнее, не было. В данном случае слева. Ну давай посмотрим, может, можем вернуться. Там палки тоже были? Ну это... были, да. Но я не видел вроде. Не, я, наверное, вот на эту решетку подумал, что это пароход. Проходи на всякий случай, а то он может не успеть. Да хватит, хватит. Ну ладно. Офигеть. Это какие-то совсем ненормальные крысы. Угу. О. Please, you mustn't touch the walls. Yeah. It's burning my throat. Быстрее, быстрее, быстрее. Ой, бегите, бегите, бегите! Ой-ой-ой-ой! We did it! We did it! We did it! We... Amicia, I want to see mommy. I don't want her to be dead. Hugo. I want her to come back. Ну, кстати, вот по поводу мамочки, пока вопрос спорный. Там же еще мужик был за дверью. Да, очень вероятно, что она жива еще. И, возможно, сыграет не последнюю роль в дальнейшем. Тем более, что им нужны были записи, а она знала, что написала. Угу.